Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе вот такие ручки. Видео с этим дизайном буквально на этой неделе было на канале, но кто не видел, ссылку оставлю в описании. Здесь укрепление было выполнено гелем с AliExpress, причем я делала замес, в гель добавила белый гель-лак, чтобы получить молочный гель. И покрытие замечательно относилось. Приятный желтый солнечный цвет за 4 недели абсолютно не надоел клиентке, но покрытие отросло. Клиентка сразу берется за выбор цвета, с дизайном она определилась, хочет фольгу, так как ни разу не было на ее ногтях такого декора. А вот цвет сидит, выбирает. А я тем временем снимаю старый материал и корректирую длину. Далее пилочкой оформляю свободный край, заужаю его. И обязательно прохожу пилкой по поверхности, проявляет отросшие части натурального ногтя, это залог отсутствия отслоек. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу и открываю подкутикульный карман. Далее выполняю маникюр. Rejoice of what will come. I have made the choice of thinking bigger. Маникюр выполнен, на подготовленные ногти наношу праймер. Грунтовочный слой базы я использую прозрачную каучуковую базу. Втираю материал в поверхность ногтя.
И теперь укрепление. Выполнять его буду гелем. Гель идеально носится на этих руках. У клиентки на работе достаточно спартанские условия для ногтей, поэтому укрепление должно быть прочным. Прочнее геля может быть только полигель, но это по моему опыту. Но гель проще и быстрее выкладывать, он сам выравнивается, а полигель еще нужно опиливать. И на этих руках гель отлично носится, поэтому его использую. Если бы на этих руках гель давал какие-то отслойки, сколы, какие-то проблемы были бы с ноской покрытия, я бы использовала полигель. Клиентка пришла ко мне поздно вечером, так сложились обстоятельства. Работу хотелось выполнить поскорее, так как я уже устала, и она после рабочего дня устала. Благо дизайн клиентка захотела самый простой, фольгу. Чтобы еще больше сократить время на работу, опил сегодня не планирую. Поэтому у клиентки сегодня важная миссия. Не расслабляться и держать в лампе руку ровно, чтобы гель никуда не убежал. Ногти готовы. Все-таки убираю липкий слой, хоть клиентка говорит, что все отлично, мне совершенно не нравится вид под ногтями, свой ноготь наполовину отрос, ступеньки нет, цепляться ничего не будет, но эстетически это выглядит некрасиво. Фрезой выпиливаю натуральный ноготь. И после фрезы обязательно нужно поправить торец пилкой. Клиентка выбрала оттенок от Fiora, наношу этот цвет на все ногти. И теперь декор. Выбрала вот эту фольгу. Это кусочек с набора. Я заказываю фольгу набором с такими вот коротенькими лентами, но чтобы было много разных вариантов дизайнов и оттенков. Брала на AliExpress, ссылку оставлю в описании. У меня есть фойл-база от Lovely. Это специальная база для слайдеров, фольги, то есть для всевозможного декора, который требует особого закрепления. Наношу базу тонким слоем. Сушу в лампе ровно 30 секунд, прикладывая фольгу. База имеет очень выраженный липкий слой, фольга мгновенно прилипает, хорошенько прижимаю. Можно использовать силиконовую кисть, особенно тщательно прохожу у кутикулы и по бокам. Резко отрываю фольгу. Просто идеально на весь ноготь прилипла фольга. Решаем, где еще будет фольга, так как клиентке очень понравилось. Она шутит, давай, говорит, на все ногти сделаем. Прохожу пилкой по торцу по аналогии работы с втиркой. Мягкой кистью убираю пыль и перекрываю все ногти топом. Вот такой экспресс-маникюр у нас получился. Фольга очень круто переливается, но никак не могу поймать на камеру. Мы уже устали, у меня от яркого света болят глаза, поэтому так. Наугад вожу рукой, надеюсь, что поймаю блик, но сейчас монтирую видео и понимаю, что нет, я не поймала игру вот этого перелива фольги. Надеюсь, вам понравилось видео. Если это так, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Было время, когда эту фольгу просто тоннами я заказывала с AliExpress. Уверена, у каждого мастера валяется в закромах просто огромное количество этой фольги. С фойл-базой от Lovely у фольги настала новая жизнь. По крайней мере, смотрится в жизни реально очень круто. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео по маникюру и педикюру и интересных идей. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня.
mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the